70-летнему юбилею в детском саду села Коржево Дубосарского района делают ремонт, перестраивают здание ясельной группы и меняют крышу. Наталья Ткачук продолжит. На летней беседке и на воротах до сих пор следы от пуль. Так сильно во время войны 92-го пострадал детский сад «Ласточка». Что можно в саду, меняли своими силами. Помогали родители и депутаты. Но основательную реконструкцию делают как раз сейчас. Рядом со входом отдельное здание. Здесь, чуть подаль от основного, занимались малыши ясельной группы. Деревянная веранда пропускала дождь, ветер задувал в окна. Пол гулял под ногами. Теперь ее снесли и строят каменную. Было принято решение выстроить заново капитально каменную веранду. В ней будет также располагаться эта раздевалка. Тем самым как бы мы решим уже давнишнюю проблему с этим объектом. Малыши из «Ласточки» сейчас большую часть времени проводят на улице. В саду идет ремонт, меняют крышу. «Ласточка» – сад небольшой, как его здесь называют, почти семейный. Строили его в 50-е, он один из самых старых в районе. И капитального ремонта здесь никогда не было. В этом году, когда шли сильные ливни, нас прямо ручьями текло с крыши. В общем, затопило. И мы даже боимся, да, включать электричество, потому что замкнет. Заведующая детским садом показывает кухню. Следы от последнего дождя еще не просохли. Свет включают на свой страх и риск. Проводка старая, крыша течет, может коротнуть. В этом году у нас юбилей в ноябре, и поэтому хотелось бы видеть все обновленным. Новую крышу установят над всеми помещениями сада. Ремонт идет по программе фонда капложений. Садик достаточно серьезно пострадал во время событий в 92-м году, потому что садик находился на передовой линии. Садик востребованный, и несмотря на то, что как бы в этом году мы выполняем работы по кровле, ранее здесь в 20-м году были уже заменены оконные блоки. В целом садик достаточно теплый. В ноябре у сада юбилей – 70 лет со дня открытия. Будет большой праздник. И новый ремонт ждут как подарок. На вопрос, успеют ли все сделать, в руководстве района говорят. Не то, что успеют, а непременно сделают. Наталья Ткачук, Василий Гриб, ТСВ.